Лучших дворников награждали сегодня в городской администрации. Выбирали лучшего путем голосования в течение всего года. Вручение наград было приурочено ко дню дворника. Юбилейный 25-й раз мы проводили мероприятие, которое было посвящено профессиональному празднику Дню дворника. Традиционно по поручению главы города проводятся конкурсные процедуры, которые организованы в два этапа. То есть это зимний период уборки и летний период уборки. Сегодня мы чествовали победителей и призеров. 6 человек по результатам, 3 по результатам летнего сезона, 3 по результатам зимнего периода. Победители получили сегодня свои награды. Самое приятное – это когда люди спасибо говорят, комплименты говорят. Вот я самое. И своим коллегам тоже спасибо огромное. Они хорошо у нас поддерживают. Мне еще отец воспитал в деревне. Вот. И вроде как так вот идешь на работу с охотой, понимаете? Не то, что там из-под палки, не то, что там за что-то. Главное, чтобы вот для здоровья хорошо. Ну, в общем, во всех отношениях вот профессии такая вот. Мне, например, нравится.